eSportBets.com. Уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com. Живой азарт и холодный расчет. Welcome back! Добро пожаловать обратно в Star-серию Star Ladder, друзья, матч, который мы с вами ждали. И, в общем-то, вот он, Кураж против Mouse Sports. И вот Легия, знаете, сейчас просил поменять сервер. Я нажму на таб, покажу, что пинг у него 66. И если вы посмотрите на Блейда, то у него пинг 52. По сути, это одно и то же. Да, но при этом у Тапсона есть пинг 15, у Крижей есть 19. А вот у команды Кураж таких пингов, к сожалению, нет. И... Поэтому смены сервера никакой не будет. Легия, по-моему, пора свои потребности как-то, да, значимости подубавить. Ну, серьезно, бессмысленно. Так, я чата не вижу, Страйк видит чат. Я его специально выключил, чтобы не было косяков. Так. Q's I just released. О-хо-хо. Так, ну все. Вообще, Легия наговорил, это my whole team. Я не могу играть с пингом 60, это же так ужасно. Я же Легия, как вы можете? Я же попадать не буду. Ну, вряд ли он, конечно, с этой стороны отталкивался. Ну, хочет комфортно играть, бывает. Вообще, знаете, ситуации по пингу на Star-серии разные бывают. В основном проблемы испытывают французские команды, потому что играют они там с разных регионов. И у них, например, бывает так, что... Шокс находится на одном сервере с пингом 15, а вся его команда бегает с пингом 80. Или наоборот. Вот. И там уже с сервером, ну, естественно, мы что-то меняем. На самом деле, я тебе скажу, Шокс куда-то уезжал, была какая-то новость. Да. Шокс отъезжал куда-то за границу, он был не на территории Франции, поэтому... Чувак, мы комментили фрагбайт с Адреном, когда вот смотрели как раз тот самый матч, да, когда Шокс лагал, и когда они проиграли Мираж только потому, что Шокс залагал в трех моментах, где должен был принимать. Так, ну что ж, так, Тапсон спрашивает у панды, как дела, админы. Вообще первое, что сделал Крижи, когда зашел на сервер, сказал привет. Ну, он уже привык, да, что здесь все свои, все понимают русский. Видите, русский язык берет, набирает обороты. Скоро, да, на самом деле, по-моему, русский язык это второй в интернете, который есть. И как бы первый, конечно, английский, несомненно, но русский интернет просто порабощает всех. Ну да, все уже буржуи выучили русские маты. Да. И не осталось научиться маты. Нормально разговаривать на... Словак нормально говорит. Он вот, например, со словаком переписываюсь в чате, он мне там, что я вызову матчмейкинг, он говорит, нет, суку, я пошел дота. Вот и последние результаты, в принципе, по-моему, говорят о том, что да, вот дота застала врасплох его руки. Те самые непопадения с ВП и дота 2 там у вина. Ну что ж, мы по-прежнему в ожидании боевых рестартов в этом интереснейшем матче. Кураж или Mousesport? Кто кого? Крижей или Simple? Simple или Крижей? Крижей, я думаю, все-таки одержит здесь верх. Ну, конечно, этот парень... Не, я болеть в интернете буду, своими... Я болеть буду за Блейда, потому что вот... Mousesport... Ближе эти парни, и Mousesport неоднократно не радовали нас своим поведением. Были у них косячки перед нами, не буду говорить, Сейчас, секундочку. Последние 5 матчей, которые сыграла команда Mousesports. Уверенно соснула в финале Fnatic Лиги 3-0 против LDLC. Если команда с верхней сетки проигрывает 3-0 команде из нижней сетки... Все, тут 3-0, просто 3-0. Нет, преимущество одного матча у DLC, как раз-таки французы были в верхней, если я не ошибаюсь. Да, французы? Да. Разве? Да. Я просто упустил вот эту Fnatic Лигу из виду, когда у нас Star Ladder побежал с фрагбайтом, потому что мы организаторам Fnatic Лиги заранее сказали, парни... Мы вообще не сможем вас откомментировать, потому что вы ставите матчи, когда их нельзя ставить. Так, панда, в чем проблема? У нас Легия сейчас уже, наверное, на коврах здесь затопчет просто все.
Он уже все стулья поломал. Опа! Вот это нет никакой проблемы. Будет сайдпик. Так, ну это была Fnatic Лига. Ладно, это не важно. Поражение команде Virtus.pro. Mousesports смогли взять у них всего лишь 4 раунда. И от StarLadder поражение от команды Alternate 16-11. Но вторая половина была, конечно, на попытке тащить. А вот победа над Fnatic 2-1 это сурово. Это тоже, как я понимаю, Fnatic Лига. И потом поражение от Fnatic на StarLadder со счетом 7-16. Courage Gaming последние 5 матчей. Ну... Поляки в ничью, 8 раундов против Титанов, 10 против Hellraisers, 12 против Fnatic и 13 против Клан Мистик. С учетом того, что Mousesports сейчас в не очень хорошей форме, по-моему, шансы очень-очень даже хорошие здесь просто... Для Куражей. Да, для Куражей очень хорошие. Вообще, вот если брать команду Mousesports и Кураж, то Кураж вроде бы двигаются в направлении топа. То есть поднимаются вверх по рейтингу Counter-Strike. Ну, Simple, смотри, всех зарезал. А вот Mousesports, наоборот, падают вниз. То преимущество, которое было у мышек над своими оппонентами, куда-то исчезло. И парни сейчас показывают не совсем убедительный Counter-Strike. И я вот даже не знаю, чего ожидать в этом матче. Не, я могу от сказать... команды Mousesports. Ну, я могу только одно сказать, что если Мираж... Ну, Мираж у них рабочий. Только вот возвращение вот этого парня с ником Нуки, на самом деле, экшена не добавил никак в состав, по-моему. Вот если был бы Нюк, я бы с уверенностью сказал, что Кураж забомбят. Потому что на одном криже игру мыши бы не построили. Но Мираж, я не знаю, что будут делать мыши на Мираже. Пока у них просто игра 4 яма, призрак 1 у Куражей. Кураж на Мираже. Смотри, какой красивый никнейм у Simple. Simple Noob Hate Me. Simple Noob Hate Me. Simple. Ну, это, наверное, все вот как раз... Самооценка, таки... самооценка. Нет, это упала. Не самооценка, это все наши с тобой проделки, а именно комментарии на карте Нюк против Hellraisers. Ну, Simple обиделся, что ли? Ну, на самом деле поступил, не знаю, что у него было именно с компьютером, но... Но поступил он некрасиво. Для нас это выглядело очень неоднозначно, поэтому комментировали как могли. Итак. Смотри-ка, Блейд зашивает самого опасного сразу в дым, на коврах не пропускает, мясорубка на пленте продолжается, Легия давит призрака, попытка продавить... Делпан и Simple не отбиваются. Очень железно Маус сыграли в этом пистолетном. Три на КТ. Три мышки уходят в КТ и должны задавить Зивана. Зиван падает. Зюшечка. Зюшечка, как же так? Ну и только Блейд сыграл, хотя еще ничего не закончено. Есть World Edit, и Яскин попробует сейчас сыграть на реакцию. Пытается его простреливать. Выпад с дыма. Яскин сдерживает. 2 в 2. Блейд пузит. У него есть киты. Надо прикрывать бомб. Керри. Блейд, 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 Блейд. Да, Блейд это делает. И World Edit... раздавил последних двух игроков атаки. Какие четкие дымы кинули Кураж в Делпан в последний момент. Или это дыма... Нет, это были дымы Куражей. Ну вот непонятно, кто кидал эти дымы, но... Это Куражи если... кидали, потому что атака втроем прошла над КТ респауном. Да, скорее всего, прошла инфа от Зивана, что три игрока команды Mousesports зашли в респаун, и их стоит просто там отрезать. И два дыма прилетело, и после этого никаких проблем у Куражей не возникло. Ну что ж, Mousesports не теряются, берут чешки и играют очень быстро эко. Так, слушай, я не понимаю, что вот... Что нам известно о спиде, мне интересно. Вот кто это такой? Давайте, наверное, зайдем сейчас. Я сейчас зайду на соседнем компьютере, пока у нас эко на сайт Mousesports. Просто у него флаг китайский. Но это еще ни о чем не говорит. Да, это еще ни о чем не говорит, потому что у Тепсона немецкий, у Нуки вообще его нету, хотя он немец, у Криже голландский и сербский у Леги. Заходим на сайт и... На сайте Mousesports, как всегда, но он полон информации о том, что кто же ты такой. Так, League of Legends, Counter-Strike, Global Offensive. Так, тем временем у нас начинается выход на открытый плен, тек-раунд команды Mousesports, и пока спокойно справляются Куражи с заходящими игроками. Только сейчас падает Блейд и World Edit. За секунду Нуки развалил двоих. 3 в 3, бомба устанавливается на пленте, призрак забирается Апсона. Simple минус спиди, и в живых только Нуки. Ну и Нуки руки в брюки. Дефуз бомбы от Кураж Гейминг и второй раунд. Ну, на самом деле, неплохое получилось. Надо посмотреть, насколько плотно закупались мышки. Это было эко с пистолетами и парочкой гранат. Да, без арморов были. В третьем раунде у команды Mousesports за счет двух поставленных бомб будет фулбай и, может быть, даже нарисуется АВП. Нет, снайперской винтовки нет. У них уже фулбай вырисовывался, потому что пистолетки поставили. Они даже арморы не покупали, ну, чтобы с чешками вторая не тащить. Бомба гарантировала вообще максимально вариативность для команды Mousesports в плане арсенала оружия. Так, Simple вот... ждет Крис Джея, подожди. Но Крис Джея нету, нету снайпера. Нету снайпера. Проснись, Игорь. Так, Simple ушел. Крижей не стал легковать, спиди через здесь не проходит. Все, сейчас должен играть World Edit и Simple вместе. Главное, чтобы Simple не отдался. Его уже неплохо напугали. И Simple. Лезет спиди. Молодец. Непонятно, зачем первый игрок, а именно Тапсон, прочекал снайпера команды Кураж в будке. И после этого спиди так вот себе на морозе вышел. Сейчас World Edit будет забирать Тапсона. Правда, Тапсон, по-моему, горит же так. Раскидывает парапет.
И разминулись они. Ой-ой-ой. Вот World Edit сейчас бьет каналку. Не знаю, видел он, не видел. Simple минус Snooki не зашел в коннектор. Все, мыши втроем. Кураж должны эту защиту просто вытаскивать. Флешка, World Edit. Ну, World Edit. Ну что ж ты не вышел чекать. Simple, третий минус в раунде. Забирает Легио. Зиван, минус Тапсон. Живых только Крис Джей. И это третий раунд для команды Кураж. 3-0. 3-0, и защита пока что доминирует. Хорошо. Слушай, фулбай брали, ничего не смогли немцы сделать вообще. Начекали одного снайпера, с медла не вышли из-за количества дыма, который туда кинули Куражи. Ну, нормально. Вот по поводу миража от команды Кураж вообще ничего не известно. Вот как только Блейк начнет... Я впервые вижу эту карту у Куражей. Да, они обычно играют только Нюк, либо Даст 2. Либо Инферно. Либо Инферно, либо Нюк, да. Вот две карты, которые играют, а тут уже хоп и 3-0. А тут бах и Мираж. Мираж и Кураж. Кто кого? Куражи на миражах. Миражи на куражах. Надо испечь торт и назвать его Кураж. Так, Блейд все увидел весь, в принципе. Всю движуху, которая там пошла на точку. Там у Кости Призрака интересная ситуация намечается. В пункте Костя под дымами пропускает игроков команды Мосфорд. Убирает бомбей! Нож! И это нож, Спиди! Великолепно порадовался, но дигл от Симпла. И Симпл просто ставит. Голова за головой, минус 3, и нож, правда, от Спиди стоило, конечно, отметить вот таким ножом. Знаешь, по-моему, Симпл действительно по-спортивному разозлился. Ну, и этому способствовали мы с тобой. Ну, я думаю, вряд ли. Вряд ли мы, но в следующий раз, когда ему поставят 16 тысяч, следующего раза не будет. На карте Нюк мы не видели такой агрессивной игры от Симпла, а вот сейчас в оружейном раунде 3 минуса от СВП. Дальше перестрелка с Криджеем и проигрывает голландскому снайперу. Так, это уже интересно, потому что Легио успевает подобрать призрака. Блейд пушит ковры, дает размен. Но ковры, в принципе, уже проиграны. Блейд пытается раскидать, зная то, что с трона вышли игроки нападения. Раскидывает точку, видит трон. Выходит на план, забирает флинтя, хочет дать минус 2. Но вот здесь нужно было Андрею немного подождать, прежде чем идти в столь минусовую ситуацию. Тем не менее, Мауспорт все еще потерянный. Рассчитывают на экшен от куражей. В первую очередь, Крис Джей перестраивает СВП, сейчас будет бриться коннектор. Да, да, видит игрока. Дуло, видит дуло World Edit и готов сделать второй минус в этом раунде. Отстреливают Зивана, World Edit по-прежнему стоит. Ну, Крис Джей как бы сейчас с позиции намекает, так ушел. Все равно дуло торчит. О, это весело. Дождался, наконец-то, World Edit и первый раунд для команды Mousesports. Ну что же, вот так вот, не сделав ничего сверхъестественного, команда Mousesports взяла раунд. У них есть... Ну, это плановый раунд. На экономика деле, осталась у Блейда и Банды. Вот если сейчас... На самом деле провалилась задумка куражей. Была идея поджать ковры. Симпл должен был контролировать миду. Проиграл перестрелку Крис Джею. И поджим на коврах также не сработал. Так, ну вот сейчас посмотрим, что выпад на центр принесет. И у меня все висит. Да, все виснет. Панда. Это интернет или все-таки наш сервер? Или что-то... Или пауза? Это могла быть пауза. Но время у нас идет. Ну, время идет у всех, у нас и стрим идет, вроде все в порядке с интернетом, значит, пауза. Пауза на сервере? Тишина. В ответ. Огромная тишина. Мы в недопонимании просто находимся тут. Егор. Банда! Ты слышишь нас? Нулевая гравитация. Там просто ноль реакции вообще полностью. Просто сидит и смотрит, и все в наушниках. Бывает, ладно. Я в чат пока что почитаю. Да, посмотрим, что там происходит. Но, о, нет, все нормально. Все, раздупляется движух, слава богу. Все-таки пауза была на сервере. Как видим, время откатилось назад. Тапсон, есть open фраг, забирает World Edit. И опять-таки же... Ой, ой, что-то... Или это у меня уже? Это сервер, GoldTV просто слагает. Так, Спиди отходит обратно под Б, чекает аркаду. И Mousesports, скорее всего, сейчас попробуют либо сыграть middle ас через коннектор, либо пойдут через зигзаг. Вообще, через зигзаг у них оптимально. Может здесь все получиться. На изоляции только есть Blade и все. По сути, да-да-да, вот он, в принципе. Какая-то гипернеторопливая атака от команды Mousesports. Вообще ничего не происходит на карте. Заняли парни middle и будут... продвигаться по зигзагу. Они уже прошел. Два быстрых раунда же проиграли, поэтому понимают, в чем прикол. Но на Б, тем не менее, у защиты два игрока. Есть The One и есть номер два, он же Simple. При том, что Simple играет с ВП с Фореста. Тут по-любому должен быть какой-то минус. Так, даются дымы в зиг. Атака готова выходить. Simple ждет. The One отстреливает зигу. Минус Нунки. Simple мажет. Ох, как сейчас. А вот хватило. Это может проблемно закончится. Simple со второй попытки забирает Тапсона, выбивает этого бомбу. Отлично играет Simple. Видит третьего и четвертого. В принципе, тут все понятно, но Крис Джей. А вот и Simple. Ой-ой-ой.
Ты посмотри, какие это два просто... Два врага друг друга. Прям с ума сойти, как на войне. Как на войне. Ну, Simple, давай, ну как ты умираешь от него? Фантастик какой-то произошел, призрак. В итоге 1-1 против Криш Джея и 5-1 для Куражей. 4 раунда разницы. Кураж принимает Б-плент, но с потерями в четверых человек это определенная проблема. Матч ставится на паузу, как видим. И с чем она связана? Рэйди спрашивает Simple. Так, Криш Джея паундил. Так, лол, are you kidding me? We have two guys lagging. Да, походу пинг больше 100 у Леги и еще одного, вот вижу. Да нет, там все нормально, вот по пингу я смотрю. 84 у Леги? Ну это бред, это тупо нытье на самом деле, ну реально, че ныть, вот серьезно. Вон Адрен играет с пингом 120 из Казахстана и не ноет при этом, и не просит поменять сервер на казахстанский. Или еще какой-то, это просто нытье. Вообще, знаешь, вот за что я не люблю Mouse Sports, в моей голове они меня оставили... Такое напоминание там с бородатого 2007 года, когда взяли и забанили Сали на 2 года на ESL. Я помню эту машину. Это когда Virtus.pro просто взяли их, отдраконили в очочу со счетом 16-1 на трейне или 16-2. А потом вот в таком же стиле вот эти вот ультраевропейские профессионалы начали ныть, что этот чувак подрубает. Да, все мы знаем, как Сава плотно попадал с ВП. Ну да, да, да. Неоднократно падало даже на том же ESVC. При том, что... Ване, когда Virtus.pro играли в СК. А эти все равно забанили, короче. И вот здесь сейчас... Интересно, от европейцев продолжается. Даже те же НИП не ноют, когда у них там с пингом что-то. Не Фнатик, но тут у Криш Джея проблема. Конечно, пинг 81 Леги сделал. Вот если у него будет пинг меньше, и они проиграют эту игру, это же вообще такой будет заован жесткий для них. Теряем время, ну ждем. Ну, на самом деле, если вот взять просто среднеарифметически из вот всех пингов, то он будет идентичный. Ну да, 81 да. У Леги, минимальный при этом у Тапса на 16, у команды Кураж стабильно 30-50. Ну, такой же пинг средний будет у команды Моуспорт, значит, все равно. Почему не можем продолжать? Тоже непонятно. Непонятно. Хочу посмотреть профиль Нуки, он, интересно, не скрыт. Не скрыт, молодец. Посмотри, у него тут керамбит, еще такой ножик, USP да. Статтрековский. Затаренный парень. Не, смотри, задрачивает, сотка есть. Сотка за 2 недели, это уже режим задрота. Как бы по-любому. Ну, то есть много времени тратит на КС. Так. МТВ бэк, нет, МТВ не вернется вместе с Нуки, это точно. Я буду надеяться, что какую-то датскую команду пикнут, или, может быть, какие-то молодые немцы будут на CSGO-сцене. Сейчас, по-моему, самое оно. Так, ну у нас вроде бы все готовы. Блейд пишет ready, Легия пишет также ready, и мы готовы продолжать наблюдать за всем происходящим в первой половине на карте Мираж между Моуспортс и Куражами. 5-1 по-прежнему, Куражи впереди и готовы брать все больше и больше раундов в защите. Ну что ж, Маус готовит раскидку на аплент сразу. Simple с АВП. На отлично. Этот раз перестрелял Криш Джея и открывает счет фрагом в этом раунде. Вот обычно, когда Кучер, например, у Ашера вот таких парней типа Криш Джея убивал, он всегда орал потом всем известную фразу. Simple, наверное, сейчас бы тоже ее закричал. Так, ну что, раскидка аплента, 4 в 4 прием, и самая главная задача. Ой, пропускают Спиди, ты посмотри, куда бежит этот гонщик Спиди, оказывается в спине от 2 игроков. Блейд в ужасе, Simple в шоке, Спиди перехватывает инициативу, но у Кураж есть призрак в апленте, который делает всю погоду на этот раунд и должен сейчас просто... Ой-ой-ой, ну Нуки! Нуки минус призрак, 2 в 1, и второй минус от Нуки. 1-1, и World Eat идет на него с пистолетом, топает. Нуки пытается отхалдиться, в итоге World Eat понимает, что стоит против АК, пуль заканчивается, Нуки получает в лоб. И как мансует Нуки? Ну, мансует, но все равно этого недостаточно. Ну, крысы стилем против World Elite не взять. Он стреляет слишком хорошо, чтобы взять и отдать вот такое вот. Ну и развел строптивого 6-1. Ошибка только в том, что вот загнали, по-моему, позволили Спиди пройти в коннектор. Он двоих там загнал вообще спокойно в коннекторе. В дым пропустили. Да, я в этот момент наблюдал за Симплом, как он не попадался в ВП, но потом все-таки World Edit исправил сложившуюся ситуацию и взял эко-раунд у команды Моуспортс. Ну, эко-раунд Моуспортс был. Так, ну что, смотри, сейчас пистолеты, флешечки и побежали. Слушай, по-моему, Моуспортс будут прощаться со Старладером в этом сезоне вместе с командой Aces на пару. Мне так кажется, если они, конечно, не поправят свою игру. Ну, так. Тоже, на самом деле, глупо. Вот знаешь, по-моему, Криш Джей собрал нормальный боевой состав изначально, да? Собрал его с расчетом на то, что они будут готовиться.
И все такое, все круто. В итоге с одним составом не сыграли, полностью заменили. Но насколько мне известно, из достоверных источников у немцев вот очень-очень большие проблемы с тем, чтобы собрать вообще какую-то банду. Опять, какая ошибка от команды Буран? Почему вот до сих пор нет хелпы? Спиди, это просто какой-то китайский P2000 сейчас был, P250, извиняюсь. Дым, ну дым вообще, куда он их дым кинул? Ну вот куда кинул дым Спиди, туда и стрельнул. Simple. Смотри, 7-1, но Кураж теряют четверых игроков, теряют деньги. И 3-8, 3-6, 3-4, 4-8. Тут надо просто переворачивать сейчас мышем. Они это понимают, то, что да, все-таки в каждом раунде. Громадный в экономике у Куражей. Так вот отдаваться на экономических, это, конечно, плохо скажется. Рано или поздно. Не, ну сейчас подожди, Маузы, я думаю, соберутся на свою пятерку спокойно. Так, Крижей идет в центр и... Simple или Крижей? Simple. Это таки же Simple. 2-0. 2-0 по перестрелкам на центре. Simple впереди. Нет, 2-1. 2-1, 2-1, да, извиняюсь. Так, Крижей выиграл первую дуэль, а дальше доминирует пока у нас Simple. Нуки подобрал АВП павшего тиммейта и постарается исправить ошибку Крижея и забрать. Не, ну если уж Крижей не смог, то Нуки я бы вообще, вот ему ну, надо. Вот знаешь, я смотрел, как выходил бездумно Крижей, он рассчитывает только на себя. Simple просто грамотно выбирает более... Но он чуть дальше встал, чем обычно, да, и Крижей чем дальше, просто... Чем обычно. Крижей не успел перевестись просто. Более грамотную именно позицию занимает Simple, и тут уже дело даже не в реакции, которой обладает Крижей. Да, Simple... Она его не спасает. Simple встал просто где-то здесь, Крижей выцеливает именно вот этот эпичный угол. Ну, если здесь сидит игрок... Ну, вот Кучер, например, любит стрелять с этого угла намного чаще, чем тот же Крижей. Но так, при... а вот размен. Нуки забирает World Edit в зигзаге. Будут двигаться в направлении Бэплента. Мауспорт. Блейд попытался подрезать, но его на этом подловили. Зуан отдается парапете. Все, выход Бэплент. Кухня сейчас просто стрижется и остается единственный Кость-призрак. Но второй раунд для Мауспорт. Второй раунд и... Это, по-моему, даже... Ачивку получил Спиди, получает снайп-хантера, охотника за снайперами. Они, по-моему, просто, как его, конечно, тут недавно был матч, я уж не помню, Alternate Attack сыграли, и там у них этот, один из игроков получил ФАМАС-эксперта. Ветеран Даста второго, да? Не-не-не, не ветеран Даста второго, а ФАМАС-эксперт. Это типа 100 убийств или 1000, или 300, не знаю, не помню. Это то же самое, когда это то же самое... Нави приехали на финал Star Wars, да, да, и да. Кто-то получил ветерана на карте Нюк. Вот я так, 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 давай, давай! Ай-яй-яй, последней секунде не хватило Кости Призраку, дабы раздефузить поставленную бомбу. Так, все четко сделал, вот на одну секунду больше, и это было бы... Это был бы мега-лол, но... Мауспортс с долей везения забирает этот раунд. 7-2, эко для Кураж. И вот теперь посмотри. Счет был 7-1. У Куражей были проблемы на эко-раундах своих соперников. С деньгами сейчас полная борода. Денег абсолютно не хватает при первом же проигранном раунде. Остается у команды Кураж по 1500 на лицо. Это будет два экономических. Два экономических, что позволит Мауспортс сравнять счет, практически сравнять счет в этом матче. 7-4 и дальше. Блейд пошел охотиться на Крижея. Хорош, есть снайпа. Чек трона. Трон, строн. Ну, тут взрывают Блейда спокойно. Выход в плент. Симпл ничего не делает. Блейд вообще. Бомбанули, да, Блейда. Не ожидал он третьей и второй гранаты. Подожди, подожди. Сейчас World Edit подберет АВП. Еще пострижет халяву. По-любому Спиди убрал Звана. Надо Симплу жить. Симпл режет Тапсона. Все, ждем от World Edit прямого включения. Сейчас он может, помимо того, что взять ВП и дым, он может еще взять и задефузить бомбу. Если были бы киты, то ситуация была бы очень простой. Ну вот посмотри, мышки не спешат ставить бомплент. Они не знают, где World Edit. Вот сейчас должна сыграть позиция. Главное, чтобы он не вылез. Ложится первый дым. Нуки, по-моему, готов чекать сейчас. Ну как грамотно все сделали Мауспорт? Дым подставящего бомбу игрока. Один... Ты видел, куда он навелся? Он увидел труп и навелся на труп. Вот это 5 просто. 7-3. Рефлекс? Рефлекс. Увидел труп, навелся на труп и раунд отдан. Даже не подрезал никого. Так, еще одно эко для Куражей. И уже счет 7-3. Это только начало. Ну, Мауспортс будет 4-5. Говорю, первую половину они возьмут. А вот во второй половине во многом все будет зависеть именно от Блейда и его стратегии, которую он придумает. Потому что Мираж карта такая, где реально надо показывать уверенную игру на ноге, а не от халда играть. Как бы... Ну, здесь просто, например, тот же Зиг пройти, это куча проблем. Просто тебя со всех сторон щемят, тебе надо отстреливаться. Если Мауспортс просто будут играть свой стабильный холд на позициях, то Куражам, наверное, Куражей можно будет только пожалеть. Но если Кураж в первой половине сейчас соберутся и выиграют 1-4, то все может быть ой как даже неплохо во второй при взятом пистолетом. Так, сейчас умрет Призрак.
Пока призрак Гритнуки и остается последний капитан. Да, спокойно Волфорс разыграли экономически своих оппонентов, контролировали всевозможные поджимы, ну и без потерь отыграли этот раунд. 7-4. Смотрим статистику и на начало 12-го раунда. Спиди 14. Вот это стендин, которого тестируют. 14 на 7, 10 на 7 Нуки, Тапсон 5 на 9. У Крис Джея все плохо, как у Легии. Ну, у Легии проблемы все-таки с коннектом. Пинг прыгает от 70 до 100. Что-то все-таки не так с интернетом у игрока команды MoSports, но это не основное. Казах с пингом 120 принимал троих на Б, поэтому... Так, вот посмотри на Симпла в данный момент. Нет, на Симпла. На Симпла. А он номер два. Да, он просто завис. Вот это да. Он просто висит в одном из ключевых раундов для куражей в первой половине. Симпл, ну мы тебя, мы ж пошутили, мы ж любя. Возвращайся. Вернись, чувак, ну чё ты... Тем временем, Зиван, на Б-пунте, готов принимать выход команды MoSports. Уже не готов, уже пропустил. И не готов, но вроде бы справляется. Но он уже пропустил плент, ему здесь не выжить. World Elite дает размен, но одного ВЕ здесь просто мало, чтобы отыграть этот плент. Вот Симпла не хватает, сейчас приходит Блейд. И World Elite обходят. Да, все, размансевали, убили. Дым упал. Симпла по-прежнему нет. Так, Блейд дает инфу по Зиге, сейчас самое главное остаться... Остаться на точке и пытаться создавать давление. Выходит на Крис Джей, оставляет его красным, а и тут же запирает Тапсон. Ну и в итоге все четко делают Костя немцы. Призрак против троих Симпла только сейчас возвращается в игру. И как же поздно это все. Еще один раз, 1-3. Симпл, ну тебя что, мамка уроки делать заставила? Надо Симплу писать справку срочно, чтобы его не отвлекали. Я не знаю, он сейчас просто всю свою команду... подвел, подставил, я не знаю. Я не знаю, почему паузу не нажали парни. Вроде бы висел с самого начала раунда далеко от КТ респауна. Не убежал и напоследок мажет по... А прикол в том, что он не висел. У него пинговало. У него пинговало, он просто, походу, куда-то отошел. Да, ну вот, конечно, это не такой вот момент профессионализма. Такого не может себе позволить игрок во время матча. Спокойно встать, куда-то уйти. Надеюсь, все-таки это были проблемы какие-то с компьютером. Я надеюсь, что это была даже не проблема с компьютером, а что это была какая-то уважительная причина. Потому что теперь MoSports будут разворачивать счет и как бы не в свою пользу. Все-таки Кураж первую половину еще не выиграли. И шансы на 8-7 для MoSports, ну, потенциально очень хорошие. По факту будем смотреть. Так, выход в пустой бэплэнд. Еще, кстати, у Маус есть одно небольшое вот в игре преимущество. То, что Легия всегда четко играет в паре с Крис Джеем. Ну и судя по динамике боя, можно сказать, что Тапсон и Спиди также настроены очень нагло и готовы стреляться вообще в любых ситуациях. Так, Блейд СВП. Ну, надо здесь Андрюхе сейвить, он это понимает. Минусует Спиди и убегает обратно на плен. Два игрока закрепляются в Зиге, оставшиеся в живых, и будут пытаться... отрезать на АКМ. Как же все хорошо начиналось. Счет 7-1 не предвещал никакой беды для команды Кураж. И вот такая вот небрежная игра на экономических после одного отданного. И в итоге Майма-Тэши-Майма уже 7-6. И все преимущество растаяло просто на глазах. Все ждут призрака. Просто чувствуют, что сейчас там. Ну вот пока бомба не взорвалась, не уходили. Да, скорее всего даже дефьюз слышали, отдали в тот раз. 7-6, MoSports, бай, и я жду АВП от Крис Джея, да, но ездит, Джонг берет его. Также берет АВП World Edit, Simple, 2 АВП у Куражей. Но это рисково на самом деле. Так, Simple центр, походу, World Edit, хотя респаун был более удобный. Но все-таки Simple и Крис Джей. Ну, Крис Джей моментально забрал, отвечает. Крис Джей моментально разменял своего падшего тиммейта. Ну, по сути, Спиди спас жизнь Крис Джею сейчас, если так уж по факту судить. 4 в 4 и так, вот команды. Так, интересный момент. Уже посмотри, на какой позиции находится игрок команды MoSports. Не попадает в первой попытки по Блейду. Его задача дать инфу. Он не знает просто, сколько чуваков в пункте. Либо один под коврами, либо есть нычка. В итоге Блейд с призраком вместе играют ковры. Блейд под коврами, призрак умирает. Выход продолжается. Легия. И Блейд справляется с Легией. Все, осталось спастись. Просто проход Блейд. Ну, я не знаю, красава. Самые отец... важные два фрага. Отец собрался и раздал. Батька вернулся. Батька так, вернулся, сказал. Глянем Блейд на статистику. Что он стрелял Блейд в первой половине? 14 фрагов, 10 смертей, 2 ассиста, 34 очка. Ну, неплохо идет Андрюха. Обычно вот последнее время не радует нас. Обычно он на том месте, где Симпл, но сегодня... Но немцам развалить кабины надо. Вот, надо. Надо. С немцами всегда надо разваливать кабины.
за Неньку. Итак, Симпл. Нет, это World Edit. Проигрывают снайперу команды Крис Джей. Жесткую реакцию показал голландец. И Маус готовит раскидку в ап. Смотрим на Блейда, сможет ли сейчас Градинский принять. Хорошая хае, но не особо. Продлевает дым в коврах. Вот это тупик. Это тупик. Все, что нужно, это просто принять одного в коврах. И призрак... Ай-яй-яй! Чекают мидл. Куражи отдают аплент в этот момент. Можно поймать тайминг, но Маус не идут. И также боятся выходить. Ложатся поздние дымы на коннектор. Все, что нужно, это чтобы призрак сейчас не погибал. Это все, что нужно. В ассисте есть номер 4. Это Блейд. Блейд избревает с яму. Призрак играет на два фронта. Все, спалил позицию. Здесь его сейчас просто сожрут. Ну, Костя боролся до последнего. Забрал напоследок Легию Тапсон. Моментально разменял тиммейта. Ну и Зиуан вместе с Симпл. Вдвоем против троих. Бомба стоит на пленте. И ой, какое непростое выбивание предстоит команде Кураж. Тапсон забирает Зиуана. Ну все, КТ падает. Сплантан убивает спокойно. Симпл. Счет становится 8-7 в пользу команды Кураж. Но на самом деле в пользу команды Mo Sports. Ну, 7 в атаке на Мираже — это очень-очень много раундов. При том, что они их сделали камбэком. Смотрим на серию. Пожалуйста, первые 4 за Куражами. Пятый отдали атаки. Счет 4-1. Далее следующие 3 подряд от Куражей, которые, в принципе, должны были застать врасплох команду Маус. Но вот на 9-м раунде Mo Sports показывают, что они команда. 10-й, 11-й, 12-й, 13-й берут подряд. Отдают 14-й, 15-й за ними. В сложной ситуации сыграл командный дух, и счет, в принципе, такой, какой мог оказаться, какой прогнозировали. Но вторая половина будет, я думаю, тоже яркой, как и первая, так как пока непонятно, кто же все-таки играет уверенно и не парится, а кто парится и играет неуверенно. Ну вот посмотрим на атаку команды Кураж на карте Мираж. Просто какие-то стихи получаются. Кураж на карте Мираж. Да. Рифмоплеты. Сплошные, ну и смотрим. Пистолетный раунд даст ответы на многие вопросы. Смогут ли бороться куражи во второй половине против грозных мышек из Mo Sports? Смогут ли Блэйд и компания одолеть Крис Джея и Нуки-Крюки, Руки-Брюки? Так, Нуки, Легия Б, Крис Джей, центр. О, и тут Маус начинает сразу с коннектора действовать. Ну нормально, прогнали Симпла, ну, с Блэйдом. По хелсбарам видим, не сильно просели обе команды. И Тапсон, опен фраг, падает Блейд. Падает так, призрак по Симплу. Ну, призрак хорош, ставит пачку по Крис Джею. Ну, вот он когда услышал, ну, призрак, он тогда вот сразу сделал минус. World Edit отлично играет, уверенно отвечает спиди. Коннектор падает от World Edit, бомба ставится 3 в 2, и ничего не смогли сделать Mo Sports с этой развод атакой на аплент. Вот отвлеклись на мидл, слишком много внимания уделили, слишком агрессивно сыграли. Смотри на Нуки. Ай, ладно, уже поздно, но что-то неладное. Заподозрил Нуки в действии своих оппонентов. Легио! Трешечка Легио. Вот смотрите, а он еще ныл про свой пин. Призрак в коврах. Один против двоих. Спокойно забирает Легио. Что в этот момент делал Нуки, я не могу понять. Нуки просто руки-крюки. Вот и все. Если бы он просто прикрывал, было бы все намного лучше и спокойнее. Ну и в итоге Нуки сейчас отдает раунд команде Кураж. Спокойно и уверенно. Косяк в нем. Вот, знаешь, мне кажется, вот этот вот здесь немаловажную роль сыграл Костя Призрак, который постоянно оказывается в спине, и Нуки ждал вот именно Костю Призрака. Да, а мне непонятно, знаешь что, почему Легия же знал то, что чувак на коврах. Почему он садился дефузить? Почему он садился дефузить, это раз. И почему Нуки какого-то хрена кидал флешку? И кидал флешку куда-то вообще вот сюда. Когда его Нуки тип уже... в этот момент только подбегал к перемычке, там вообще какая-то неразбериха. По-моему... Фой у команды Mo Sports. По-моему, Нуки пора не в КС играть, а уже завязывать нужно. А то он сейчас просто подставил раунд полностью в защите. Маус должны были его выигрывать. Ну все, здесь верим в Блейда. Может, это будет чуть ли не единственная победа команды Кураж на СЛТВ Star Series. Да, постараются Куражи сплит зайти на Б-пуэнт. Но какой провал в зигзаге. Тапсон минус Блейд. Легия забирает Зиуана. Ну что, призрак разберется с Б вместе с Симплом. Ух, Нуки посадил World Edit 2 в 3 в меньшинстве. Куражи, Симпл ставит бомбу, Б занята. И защита пока еще не понимает, что... Там есть еще спиди, который заходит в спину по коврам. Не, его спокойно должны здесь перекрывать. Ну, нет девайсов просто у Маус. И на пленте, если остаться, сидеть и ждать хотя бы две позиции... Позиции команды Кураж не внушают доверия. Они могут сейчас просто завтыкать с домом, забривают Симпл, остается призрак. Ну, Костян... На костяне сейчас все, вау, а тут вот они ковры. Ну, видишь, отвлекся, затыкали с коврами. Костян максимум, что мог сделать, это забрать одного-двоих. С третьим уже было бы очень тяжело разобраться. Бомба стояла не совсем хорошо, уходил Костя в кухню, что мешало, конечно же, раздефузить
точнее, мешает раздефузить бомбу. Ну и, короче, сами себе придумали проблемы куражи. Вот такой вот провальный сплит, заход на Б. При том, что в зиге как они упали? Зашли оба, фокусили и сразу получили по щам. Флешка, а потом выходишь. Все, что было нужно. Просто флешка, а потом выходишь. Почему этот сплит не делать действительно сплитом? Почему одновременно не выходить с ковров и из зигзага? Да, я сам не знаю, если честно. Сначала пошел зигзаг, только с задержкой выходили парни с ковров, и это сказалось, конечно же, на раунде. Диджей пытается продоминировать на медле, и у него неплохо на самом деле получается, ввиду того, что у Курашека он еще минус 50 World Edit сносит. Криджей без авика. Затуан ждет. Ну, общаются сейчас Кураж, наверное, на следующий. Ну, про следующий раунд уже как минимум. Дальше просто будет очень сложно ребятам. Знаешь, пока эко раунд, можно немного поглагольствовать. Вот, наблюдать за командой, например, Dignitas и Virtus.pro, ты ждешь какого-то экшена, ты ждешь какого-то хорошего момента, сочного, но не ждешь ошибок. В этих матчах мы постоянно наблюдаем, команды ошибаются, и только за счет ошибок оппонентов кто-то набирает раунды. Ну так... Пистолетка проигранная за ошибкой Нуки. Эко-раунд отдан команды Кураж из-за ошибки. Это говорит о низком уровне команд. Да, вот... Не о низком уровне командной игры, потому что когда есть какой-нибудь... Перданутый пацанчик, который хочет вашей команде пойти раздать на медле, потому что он типа может это и умеет, да, он на самом деле выходит в этот мидл или там в зигу куда-то, да, его принимает спокойная чешечка и все, и на этом раунд заканчивается. Надо играть командно, ну, simple, хороший хедшот, но этого мало, 9-9, Mousesport сравнивает счет. И вот теперь давайте смотреть, летущий голландец против просто симпла. Просто симпл, у которого нет снайперской винтовки, и дуэли у нас не будет. Потому что и Крис Джей также без АВП. С АВП, с АВП. Он да, тиммейты продропали. Они решили раздропаться. У него на самом деле было навик, но он кинул дроп первый, потому что у игрока защиты было ровно на АВП с армором. И сейчас Кураж будут показывать, что они придумали на апланте. И вообще, что они придумали с аплантом. Предлагаю посмотреть раскидки и насладиться этим моментом. Может даже получится зайти нормально. Хотя по факту здесь сбривается дефолт, просто трон, и под коврами нуки влетают дымы. Но защита также отбрасывается, как видим, дымовая завеса посередине плунта. Кураж будет пытаться пройти, Зуан. Итак, под коврами. Находит. Заходит и забирает спокойно нуки. Крижей. Спиди. Ну, коннектор играет, Крижей с АВП просто богоподобен. 4 в 2, моментальная ответка. Ну, нужна серия фрагов от Simple Band, но они просто потерялись в этой атаке. И на троне принимаются оба Спиди и Тепсоном. 10-9. Mousesport впервые в этом матче выходит вперед. Да, вот такая вот непростая ситуация складывается для Куражей на карте Мираж. Вроде бы неплохой раунд только что показали нам Блэйд и компания. Раскидали четко апленд, но вот выйти толком так и не смогли. И в данный момент проводят экономически. Криджей с АВП в очередной раз постарается терроризировать команду Кураж на медле. И спокойно закрывает Ворда Дита. Тапсон поддержал тиммейта, забрал призрака. Ну и здесь вроде бы никаких проблем у команды Mousesport возникнуть не должно. Так, ну он в правильном направлении метит Криджей. Вот это его отправили сейчас. Так, ну и Simple постарается сделать второй минус в этом раунде, забирает поджимающую Легию с Б-планта. У Simple есть на руках бомба, и он постарается ее установить. А знаешь, что я заметил? Те, кто аркадит вот за защиту на коврах на Б, всегда смотрят налево, а на самом деле дураки, потому что статистика показывает, что смотреть, конечно, лучше направо, потому что встать игроку атаки на ступеньках намного выгоднее, чем стоять слева. И ждать вот непонятно. И Легия тут сейчас просто показал, что у него отсутствует опыт игры в поджиме, но... Дальше посмотрим, как будет складываться. Так, не забываем также, что Кураж, друзья, взяли сегодня 10 раундов на нюке у команды Hellraisers прямо перед этим матчем. Сейчас матч с Маус. Дальше мы с вами будем смотреть Virtus.pro Na'Vi и посмотрим, смогут ли Na'Vi сегодня обыграть ВП. Напомню, что вчера в рамках ESEA Invite Лиги Natus и Winsor не справились с поставленной задачей, и поляки сделали... с ними котлету под названием Comeback. Ну и на десерт, конечно же, сегодня это Virtus.pro NiP. Ожидаемая встреча. Так, Simple. Опа. Минус Нуки. Размен от Крис Джея сразу в Simple. Призрак подбирает на центре Крис Джея. И у Mousesport проблемы. Вот смогут ли сейчас правильно сосредоточить свои силы, Кураж в нужное русло и выйти на Б? Или все-таки будут пытаться играть на... Да, Зван проходит под А. И Блейз призраком, скорее всего, будут заходить в коннектор. Слушай, фейлом пахнет.
Ну вот вся надежда команды MoSports — это Спиди на коврах, который пытается сыграть агрессивно, заходит в ковры. Его задача просто... Он зачекал, будет знать, что здесь никого нет, и можно спокойно здесь удивлять команду Кураж. Ну там World Edit, Team Kill, все, The One последний. Посмотри, что Спиди. Ну, спокойно забирает спину Зивана. 12-9, 3 раунда преимущество у команды MoSports. И теперь Куражи уже в роли догоняют. Знаешь, что я готов сказать? Неплохой такой стендин у Маус нарисовывается. Да, 20 фрагов, 4 ассиста, 12 смертей, 4 MVP. Действительно, статистика очень даже неплохая. Они от безысходности однажды и GoBaby обратно позвали в CS играть. Но он настолько... Я когда смотрел, мне просто смешно было. Раньше зажигал. Ну, я считаю, что если такие парни, как Губи, потренируются месяц, то это будет уже... Ну, надо прочувствовать просто игру, насладиться ей в полную и полюбить ее. Тогда ты сможешь добиться хотя бы каких-то более-менее достойных результатов. Так, Легия начинает напрягать призрака практически сразу. Призрак бейтся плетки и отдает позицию на коврах. Но не до конца. Бомба, кстати, лежит под Б. Симпл проходит мидл. Дым в окне. И дым падает от защиты на парапет. Кураж изолированы на центре, и Маус, по-моему, да, Маус знает, где кто находится. И посмотри, куда... Вот, все, 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 у Маус перетяжка на Б, Спиди дает чек, всего спауна, тут пусто. Крис Джей бежит последний раз чекать А, чтобы не прошел коннектор, и Тапсон, и Легия должны быть готовы принимать, при том, что Легия с плеткой. И, понимаешь, прикол в том, что Кураж-то... Кураж-то думает, что тут ничего, и что они непредсказуемые, нечитабельные, и все такое. Легия раскидывается, его тоже. Забирает World Edit'а в медле. Ну и теперь 4 игрока под Б плентом. Как же будут выходить? Ох, чекнул на 5 баллов. Блейд ловит. Минус Парыч. Нет, Тапсен с разменом. 3 в 3. Есть шансы зацепиться на пленте. Нужно только сыграть против Зига. Но это дискомфортно. Бомба лежит в дыму, подбирается. Ну вот вся надежда на Нуки. Опять-таки же MoSports. Нуки в пленте забирает Зивана, который пытался поставить бомбу. Симпл разменял. Ого, Крис Джей сейчас просто. Ой, красавчик, призрак выбивает Крис Джей. Но тот уж совсем заложал. И Маус, имея такую инфу о том, что это Б-плен, тем не менее сейчас потерпит фиаско. Симпл остается 1-1. И факт, есть еще... Невероятно опасный Спиди, от которого непонятно, чего можно ожидать. Спиди уже не прочитал Симпла и... Спиди Гонзалес. Газналес. Топает. Ну все, это провал. Симпл должен брать этот раунд. Да-да-да, забирает. Забирает оставшегося немецкого игрока. Ну повелся и... строптивый, говорит Симпл, и это не может не вызывать Скажи улыбку. Мне, пожалуйста, как... Спиди поджал по коврам, дал инфу, что на пленте никого не будет. Нуки сделал минус в медле. Ну ты видел, там Легия как лох сыграл вообще с плеткой, вместо того, чтобы просто... Остальные что делали? Почему не принимали Б? Вот одна дырка на Б-пленте, 4 выходящих игрока команды Кураж. Что делали MoSports? Чувак, вот какой капитан, такая и команда, поэтому все претензии к капитану. А вот то, что Легия сыграл как мясо, это было видно. Но это типа не троллинг, ничего, это объективный факт. Вот ты видел, он берет плетку. Чекает, кидает дым, еще раз чекает, получает в лоб. Хотя там уже было понятно, что это Б. Ну и на центре 3 твоих типа. Вы уже стянулись, и все равно Легия играет в опасный Counter-Strike, когда того ситуация даже не требует. Так, Спиди заркадил ковры, встретил там Зуана, в итоге развернулся, ушел. По плейду уже попали. На минус 60 плюс и Керч... Ой, Керчнет. Вот мне тоже постоянно хочется Куражей Керчнетами назвать. На самом деле... Перестраиваются, смотри. Блейд, Призрак, World Edit. Все эти парни играли в Керчнет, и вот все-таки есть на них какое-то клеймо. Сейчас Легия, может, клеймо. Сейчас Легия... Сейчас Блейд второй раз Легию, если так опустит. Хороший дым от Легии. Но на этот раз Легия играет на кольте и не косячит. Да, спокойно забрал призрака, продолжает нанзавать в пленте. Будет ли второй минус? Нет, Симпл все контролирует. Симпл забирает еще и Тапсона. Он даже не мансует, а танцует. Вот когда мансуешь, тогда ты убиваешь. А тут просто какой-то... Ох, беспредел от World Edit'а на Зиге. Так, а вот, по-моему, Куражи нащупали слабое место у команды MoSports и теперь будут регулярно ходить к Легии в гости. Кстати, у Легии топинг по-прежнему 105 и растет. Ну, Легия сам виноват, что вот он играет в опасный Counter-Strike. Вот, например, Адрен со своим пингом старается играть максимально закрыто, сейвово, пассивно. Да, играет сейвово. А Легия вот и думает, что с пингом с этим будет попадать. Это говорит об отсутствии понимания вообще сейчас динамики игры. Так, ну, Крис Джей сейвит неплохо на минус 2. Ну, понятно, что слона надо прятать, потому что это же все-таки слон, это 5000. И... Ну, почти 3 минуса. 11-12. Маус все еще впереди, но у них... На самом деле здесь абсолютно равная игра, и победит та команда, которая ошибется меньшее количество раз. Победит та команда, которая сейчас возьмет этот раунд.
Вот сейчас. Ну, у команды MoSports беда, провал с деньгами, только Крис Джей с ВП, все остальные сливают, так что я думаю, еще рано делать вот именно такой вывод. Ну ты подожди, подожди, тут еще в аркаду Легия не играл, сейчас будет. Это же ультимейт был просто. Ну теперь, видел, это пинг, он на самом деле, он его увидел, он даже не успел перевестись, потому что у него моделька позже вышла. Крис Джей наказывает Костю Призрака. Вместит за Легию. Спиди, P250, игра в яме. Увидел, ушел. Ложится смог, закрывается нападение. И вот Кураж сейчас себя ведут как в раунде против пистолетов вторых, которые MoSports показали и забрали их в свою пользу. Ну вот вроде бы прочитали, убежали с апвента, теперь должны быстренько занимать Б-базу. Ну там уже есть Simple, который закидал практически все. Ну смог лежит, плент пустой, все нормально, бомба ставится на окна и все хорошо. И что у нас получается? Три раунда подряд берет команда Кураж, и эти три раунда были взяты на Б-планте. Маус и Спортс, проблема большая. Им надо просто сделать ретейк позиции какой-то, поменять Легию. Оставить там реально либо Крис Джей, Легию. Легия бы пригодился как пушечное мясо на, например. Ну вот аркадить яму, да? Да нет, просто стоять под коврами, собирать инфу. Вот самая оптимальная позиция для лагающего игрока. Собираешь информацию. Так он этим, вот... он этим и занимался. Только он инфу начинает собирать, когда уже 5 человек на Б выходит. Ну, в том-то и дело, что он первый принимающий на Б-планте, ему тяжело. Так надо заменить его, просто заменить на спиде того же, да? Да, просто поставить кого-то, кто сможет достойно отыграть на Б-планте, и вот тогда у Куражей будут действительно спиди, проблемы. Спиди, сейвит Айвик, ну, нормально, короче, MoSports отыгрывает, 12-12. Да, счет равный, в очередной раз в этом матче сравнивает счет команды Кураж, и теперь парни серьезно настроены вырваться вперед. Смогут ли это сделать и позволят ли это сделать игроки команды MoSports? Опять-таки же, перестрелка в медле, Simple с АВП против Крис Джея. Кто кого? Крис Джей не торопится. Крис Джей, кстати, как фетиш, тоже лысенький. На сайте MoSports красуется его лысая фотография, спиди там нету. Инфа от Эпсона не тоже. Так, Simple, игра в пары, еще минус Эпсона, отлично. Ну вот, все, слабое звено нашли. The One не справляется со спиди, стрельба немца просто ошеломляет. 4 в 4. Будут пытаться, по-моему, работать на Б-планете. Вот сейчас Крис Джей понимает, что надо идти помогать Легии. Если пойдут, это будет фейл. Но не идут туда Кураж. Продолжает тянуть время и дергать за ниточки. Так, ну вот все-таки бомба направляется на Б-план. Сейчас будет Блейд, просто Блейд! А это World Edit. Тайминг какой? Это World Edit. Неудачный тайминг, конечно же. Прикол в том, что там зашел Нуки, и он видел, как чувак стоит и раскидывает совершенно спокойно. А? Тем временем уже на Б-план выходит команда... Кураж, призрак забирает Криджей, и теперь Легия. Один-одинешенек против троих Куражей, и что покажет нам Легия? Легия. Дохнет Легия. Безобразная игра от Легии. Все, бомба пошла на угол, красный открывается спиди, все, добить осталось только Нуки, он пытается... Ну вот куда ворвался бой? Нельзя так играть. Ай-яй-яй, это... Бумажится ВП. 1-1, Нуки против призрака, 37 хп. Старпер Сурс немецкой сцены против старпера украинской сцены. На бомбе, на Б, на карте Мираж. Призрак, что ты делаешь, призрак? Что это было? На самом деле, очень плохо стояла бомба для Кости Призрака. Хотя нет, тут же все можно залезть на тачку и проверить. Но Кости Призрак, не дожидаясь дефуза, просто выходит и умирает. И вообще, ожидал соперника в совсем другом месте, в котором держал прицел. 1 в 3 проигрывает раунд команда Кураж. MoSports... Вот у меня один вопрос, нет, Костя. Вспомни, что я говорил. Здесь выиграет карту команда та, которая ошибется меньше раз. И вот действительно, какого такая ошибка в поражении. Инфа о том, что он на пленте есть бомба в углу. Он убил только что Симпла. Ну да, куда смотрел? Куда ты лезешь? Зачем ты лезешь, Костя? Иди теперь делай минус 5. Ну ты просто все настроение мне на вечер испортил. World Edit редактирует Нуки. Показываем ему сногсшибательный русский дигл. И я надеюсь, что сейчас никто никуда лезть не будет и попробует сделать 13-13. Смотри, Легия уже от безысходности. Все, надоели. Я все, сижу на пукане, жму. Да, вот теперь... Я вот, буду зажимать, вот, вы мне надоели. Вот такая позиция действительно подходит Легии. Легия без проблем забирает Костю Призрака. Дальше что будет происходить? Смотрим. Дабл. И есть еще один живой World Edit. Ну, World Edit с диглом сейчас еще хочет, наверное, один хедшот устроить. Леги достанется он или нет, я не знаю, но 14-12, MoSports, по-моему, переворачивает сейчас Кирчнет. Ой, Кураж. Короче, смотри, сейчас если MoSports выигрывает 15 раунд, не будет денег.
Ну, будет на один бай без раскидки, и сейчас все решается для Кураж вот именно в этом раунде. Ни в каком другом. 27-й раунд, друзья, вторая половина. Mousesports вырвались вперед из-за ошибки призрака на Б-пленте. Да там не ошибка призрака, там была до этого ошибка, ну, ошибка призрака однозначно. Но до этого Блэйд с АКМом в руках, просто не раздумываясь, прыгал в окно и получал моментально пулю от игрока команды Mousesports. Точно так же ошибся Simple. Ну и Костя уже оставшись один на один. Я не знаю, но это тройная ошибка. И Нуки в очередной раз поджимает мидл, забирает Simple и Ворда Дита. Что творят куражи? Ну вот парни не могут не ошибаться. Это, наверное, какая-то зависимость. Ну, ничья еще в этом матче не исключена. Я не знаю, мне действительно жалко куражей. Мне жалко вот было в том моменте. Я просто был готов сейчас встать и уйти, когда призрак залез на этот белый хрен с его 2. Такие ошибки в таком матче допускать, ну, это просто непростительно. Не, как ты можешь один на один на бомбе лезть на чувака, который только что убрал снайпера на этой бомбе, который даже не дефузит. Ладно, если бы он дефузил. А он просто... Ты понимаешь, как Нуки офигел? Он просто, я стою в пленте, а он сам вылез. Вот это да. Ну, есть информация, ну, точнее, есть догадка, что была какая-то корявая информация для Кости Призрака, что там зашел он на Фореста, и там находился последний игрок команды Mousesports. Я не могу объяснить это нормально. Ну, то есть... Должна быть причина какая-то, по которой Костя сыграл именно так. Ну, слушай, ладно бы, если бы это было в средней стадии матча. Но это же решающий раунд был. И... В итоге у команды Mousesports 3 матч-поинта. Нет, инфа на самом деле, да. Мог инфу дать криво Simple, мог кто-то что-то еще там балакнуть на всякий случай, поэтому призрак полез. На самом деле, я знаю просто, как он играет, и уж точно, скорее всего, он на инфу чью-то... На чью-то инфу повелся, а потом уже будут разбираться. Ну, как до этого умер Блэйд и Simple, это тоже немало стоит. Так ошибаться в раунде 1 в 3 при поставленной бомбе, это непростительно. И Mousesports в данный момент не прощают куражей и спокойно забирают победу в этом матче. Ну, Simple в яме, пытаются пропушить ковры, не справляется пока что Муза с этим. Нуки заменяет своего тиммейта, Тепсон будет стягиваться, да все. Да посмотри на закупку куражей. Потеряли уже одного, падает Костя Призрак, также падает D1. Блэйд и Ворда Дит вдвоем против четверых. Ворда Дит забирает Крис Джея, но этого мало. Мало для победы в этом раунде. Блэйд один против четверых. Забрал Спиди. Ну и на этом, я думаю, подвиги капитана команды Кураж закончены. 16-12. Обидное поражение. Очень для обидное поражение, если бы не великолепный вот тот момент, где призрак просто не затащил. Но, скорее всего, по инфе просто у него что-то не срослось, но момент реально обидный. Ладно, мы к вам вернемся через несколько минут с матчем Virtus.pro против Natus Vincere. Я знаю, все долго-долго ожидают этого момента. Матч начнется минут через 5. Мы берем небольшой музыкальный перерыв и, в общем-то, дальше. Скоро вернемся. Далеко. Скоро вернемся. Не разбегайтесь. И дальше смотрим Star-серию Star Ladder.